С начала текущего сезона зимней рыбалки никаких эксцессов на льду Магаданских бухт не зафиксировано. Такой результат достигнут в том числе благодаря системным мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым силами МЧС по Магаданской области. В бухте Нагаева, в общем-то, ледовое покрытие на той части бухты, где вот оно сейчас стоит, оно достаточно стабильно. Значит, толщина льда у нас достигла 55 примерно сантиметров. Лед, в общем, хороший, крепкий, держит хорошо. Значит, и тут обстановка нормальная. Обстановка в бухте Гертнера, там у нас значительно хуже, вот, поскольку вот вызваны, вот, не, скажем, нестандартно теплые дни, вот, они ветровые явления, приливно-отливные явления, они лед разрушили в бухте Гертнера, значит, там остался совсем небольшой припай, вот сейчас он опять ударили морозы, оно опять начинает смерзаться, но лед там очень слабый пока. Сотрудники МЧС предупреждают, на первом месте должен быть не улов, а безопасность. Несмотря на наличие современной спасательной техники и подготовленного личного состава, трагедии продолжают случаться. В первую очередь из-за беспечности и безответственности некоторых рыбаков. Олег Дудник, Олег Калугин, специально для вечернего Магадана.